Всем привет, с вами Артур, и мы продолжаем проходить Dark Souls 2. И ой, пойдем попытаем свое счастье с тем красным фантомом. Мне кажется, он попроще. О. Что ты отступаешь-то теперь? Блин, я хотел защит спрятаться, а теперь меня зажали. Хорошее начало. Неплохо я держался. Пару ударов. Куда-то он пошел, наверное, как к бонфайру к моему. Сейчас я появлюсь у бонфайра, и он меня начнет закалывать прямо там, чтобы я никуда не ходил, не рыпался, так сказать, и нормально. Что же делать с этими инвейдерами тупыми? Всюду они. Ну, НПЦшные, но все же. До свидания. Ага. Еще и стреляют самонаводящимися стрелами, как это у них принято, так что стараться надо. Да, конечно, пошел ты. Я успею полечиться? О, замечательно. Походу ему все равно. Главное, чтобы я тут не находился. Как говорится, погоди-ка. Ну и где он теперь? Это может быть ошибкой. Но нет. Куда делся инвейдер? И что я получаю за... Так, ну все понятно. Дайте мне попытаться добежать. Ёптики-моптики. Добежишь тут с ними. Слушайте, а бабенция где? Нету бабенции. Проклятое место. Ну все. Я, походу... Да. Но... Мне пока инвейдер еще показал. Ну что так? Типа... Ох, слабак. Ну... Я, главное, сделал то, что надо было сделать. Это... Шлепнул эту душу, кусочек, и теперь мне будет полегче сражаться там со всеми. Но с другой стороны... Ну, давай, уворачивайся. Да, что-то здоровья у меня маловато на самом-то деле. Красавец. Успею полечиться?
А он опять спрыгнул или опять спустился? Ну... Мне-то это в целом не важно, но... Да, он спускается, если убегаешь, и поджидает ниже. Ну что ж. Ага, этих даже нету, если я... Здорово. Сейчас подеремся. В спокойной обстановке, так сказать. Давай. Когда ты делаешь два удара, когда один? Ну давай, делай два. Ну ладно, сейчас смотрите, я он сделает один удар, я ударю. Походу, когда он попадает, он начинает звереть. И вертушечку, да? Нет? Ну что ж ты? Просто невероятный НПЦ. Урон по нему хрен проходит. Так, ну слушайте, так-то это все не так и сложно. Надо не забыть предмет. Ну, слушайте, многие тут, походу, умерли. Столько кровавых пятен. Ох, ну что, посмотрим. Ну-ну. Теперь придется постараться, чувак. О, снаряжение мне сломать хочешь? Интересный парнишка. Но он наверняка полечится, когда у него будет половина здоровья где-то. И все. Так, а он не слишком низко ли спустился? Нет, туда же. Ну да, лечится, ублюдок. Ну, я думаю, если...
Ну и что это такое? Теперь все супер, конечно. Давай-ка иди отсюда, фантомчик. У нас тут дела теперь. Как же весело. Спускаешься, поднимаешься, поднимаешься, спускаешься. Хрен ему что сделаешь. Ну, долго подниматься будешь, уже типа светло. Уже домой пора. Ну, наконец-то. Давай. Как хорошо, что он упал-то наконец-то. Дебил. А ты не упадешь? Нет, ты не падаешь, я. Ну, давай, давай. Вертушечку? Нет. Фух, наконец-то я смогу спуститься тут до конца. Ну что ж, фантом, по идее, тяжелый. Тяжелый. И смысла мне вообще сюда спускаться нету, я полагаю. Но только если сундук, да? Слушай, давай, хватит. Сейчас как проткну, козел. Нет, ну нет, 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 лечись, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Эти придурки так любят прыгать. Опять я поднимаюсь наверх, ну что ж это такое? И из-за щита хрен его убьешь, все, наконец-то. Фух. Зачем я только сюда пошел? Вроде ничего нету. Ну, кусочек души. Я полагаю, без всех кусочков души я не пройду босса. Ну, или мне будет его сложно убить. Хрен его знает, что там будет. Ага. Быстрый-то. Сильный-то. И бэкстеп. Такое логичное сообщение. Величественный двуручный меч. Ну вот это интересно. Так, похоже, это уже не здесь. Так, вот он. О, ничего себе, ему надо тут всего 25 силы, 25 ловкости, 20 интеллекта и 20 веры.
Старинный двуручный меч, тайна происхождения которого теряется в веках, меч передавался из поколения в поколение, пока не попал в руки Гордина, странствующего рыцаря из Фароса, и считался пропавшим после его смерти. Странно, но все до одного владельца этого меча были левшами. Мне кажется, это меч этого Арториаса. Ну, Арториас... Подождите, Арториас был левшой или просто... Я не уверен. Может быть и нет. Потому что он там просто без щита дрался, что у него рука была поранена, по-моему, а так. Ох, ты большой лук. Это круто. Никогда у меня не было большого лука, теперь вот появился. Даже на плюс 5. Только стрел у меня больших, по-моему, не очень много. Так, ну что, у нас теперь только... О. Отдыхай. Значит, второй инвейдер, и там он уже никуда не упадет. В этот раз мне просто повезло. Но это явно верный путь, так что хорошо. Так, наверное, мимо этих придется пробежать. Дерьмо. Ай, проблема. Ну, боже ты мой, ну как они бесят. Хрен обойдешь. Типа ты хочешь пробежать сразу до фантома? Вот хрен, хрен. Хороший урон. Зажги, пожалуйста, хотя бы эту херню. Ну, зажги, ну. Ну, что тебе стоит? Вот, спасибо. Тут еще одна есть. Давай эту зажги, пожалуйста. Отлично. Ты страшный дядька, ты то гори, гори, гори. Буду хитер с фантомами, они ж ублюдки, тупые. Здоровья до ужаса много. Иди сюда, иди сюда. Пожарься. Все делаю не своими руками. Какой-то кошмар. Давай, давай, сделай себе больно, сделай. Повышай планку. До 500 в прошлый раз дошли. О, молодец.
О, 1300 нанес. Молодец, какой я. 1500. Давай, давай, до конца, до конца, до горы. Ну вот, хорошо. Ой. Как говорится, не нае, не проживешь. Так. Чётенько. А ты теперь горящим будешь, да? Так, это что, лестница дальше вниз? Ну, замечательно. Что тут у нас еще есть? Не, ну логично, логично. Так. Что, тут нету призрачной стены, типа, даже? Подозрительно. Ну ладно. Просто класс. Зашел, называется, нашел вещей. Воспоминания, какая-то новая магия. Я бы посмотрел, что это, но хочу забрать предмет еще это. Сапоги дымной колдуньи. Ну и напоследок. Немаловажные толстячки. Ну и все, можно сказать, в первый раз я нашел верную комнату. А потом просто проверял, что еще есть. Кровавое пятно — это плохо. Наверное, тут будут те опять невидимые. Да я их даже слышу, они там шуршат так неприятно. Или это все же не они, но я думаю, что это они будут. Может, так хоть у меня шансов будет побольше. Чувствую, что-то за этой дверью не то. Как говорится, хватай, беги, вариант. Или... Но мне интересно же, что там еще. Как бы я понимаю, что мне нужна эта херня, и по идее все.
Ой, маленький знак призыва. Кто это такой? Не нашел даже большого знака. Ой, большого мелка, что ли. Неужели это еще вниз? Скорее всего, нет. А, привет. Но я сейчас должен, по идее, приехать куда-то, где я еще не был, потому что тут этот есть толстяк. Если бы не было, это был бы какой-нибудь... А, дверь. Тут должна быть где-нибудь дверь. Я даже не хочу прыгать, но... Ну что ж, ладно. Как вариант, неплохо. Теперь бы вспомнить, куда тут идти. Ёлы-палы. Надо найти ту херню, куда надо вставлять жезл. Вот. Ну вот, похоже, лифт заработал. Снизу наверх и сверху вниз. Ну ладно, я думаю, сначала стоит посмотреть, что наверху. Может, я что-то пропустил. Может, тут где-то можно выпрыгнуть и попасть на какое-нибудь местечко интересное. Он так быстро поднимается, что... Ага, еще этот лифт заработал. И уже тот лифт меня должен поднять к какому-то предмету, поэтому сейчас я поднимусь еще раз. Не, ну DLC замечательная, вроде как. Даже тяжеловатая. Не очень круто.
Слушайте, я думал, это шорткат, а тут все плохо. Обижает меня это все, обижает. Ну ладно, может что-нибудь найдем тут интересное. Понятно. У меня была надежда, что он полетит сюда, я стрельну в этого чувака. Да. Класс. Классно вообще. А-а-а, будильник! И убивайте. Да. Сейчас, сейчас все будет нормально. Дайте мне только убить этого ублюдка. Покоя не дают. Только не говорите, что я делаю этот круг ради этого сундучка. Литой клин. О. То есть я еще 4 нашел. То есть сколько тут всего этого говна будет? Или мне что-то уже кажется неправильно. Ну ладно. Бля. Да. Я так люблю кататься туда-сюда, поэтому... И тля вышла. Заперто. Ну, я знаю, как это открыть. Надо добраться до бонфайра нижнего и переместиться к верхнему. А хотя... Там вон тоже что-то может быть. Сейчас я пойду проверю. Но, во всяком случае, при подъеме туда никак не залезть, кроме как спрыгнув с этой штуки. Да и вот туда тоже.
Ох, если этот ублюдок начнет по мне стрелять, будет плохо. А он ведь начнет. Но им не нравится очень сильный огонь. На этом и сыграем. Come on, man. Ну, вот еще и повернулся. Ну, почти. Ни хрена. Ну, боже ты мой. Теперь мне придется возвращаться сюда и опять мучиться со всем этим. Но, как бы, какие-то тут тропки интересные есть, поэтому мне надо все посмотреть. Ну ладно, раз уж мы тут. Так, а тут всего-то в первой этой локации мглистой башни 5 бонфайеров, и тут еще один в вестибюле. То есть тут два, наверное, босса. Что-то мне так кажется. Ну, три может быть, но вряд ли. Тронный зал, верхний этаж, вестибюль. То есть вестибюль и вестибюль — это то же самое там будет. Или нет? А, ну это все вестибюль, ладно. Отправиться хотел, называется. По-моему, надо сюда. Ну вот, все работает замечательно. Кольцо погибшей птицы, или я правильно прочитал? Наверное, где-нибудь внизу. Да, вот оно. А, не, погибальный. Кольцо предателя Рейма снижает затраты выносливость. Выносливость? Затраты выносливость? Я думал, затраты выносливости, ну ладно, при блокировании щитом. Рейма был проворным мечником на службе у короля Вендрика, но потом покинул свой пост, потом взглянул на жизнь и стал стойким воином. Ну, ради такого кольца, наверное, стоило спуститься в эту жопу. Не, ну я тут все это проходить не хочу. Ох уж этот звук механизма, он немножко так раздражает. Так, давайте. Сейчас побываем в тех двух местах наверху и, по идее, можно будет вниз спускаться. А дверь не открылась, кстати, интересно только стало.
Ай, лишь бы меня те придурки не убили. Кстати, против них, наверное, очень действенно действует же огненный меч. Он у меня должен быть заточен даже, да? Сейчас мы это проверим как раз. Ну, если им огонь, так хорошо. К сожалению, нет. Ага. Шорткат. А туда имеет смысл идти? Вроде бы я там не был. Не знаю, как я это сделал, но ладно. Кольцо простака, что-то знакомое даже как будто. Кольцо в виде цветка делает хозяина невидимым во время переката. Такие кольца носили солдаты старого железного короля, наделенные божественной защитой. Кольцо обладает единственным эффектом, но доля изобретательности позволяет владельцу использовать его с огромной пользой. Это интересно. Даже посмотрю, как это работает. Хо-хо. Вот это классное кольцо. Мне что-то нравится. А, я тут еще не... А... Не... А... Не, ну кольцо, конечно, забавное, но я не знаю, надо ли. В PvP, конечно, есть смысл, а так... Эспантон Пилигрима. Ну-ка, что это такое? Какие странные вещи. О, кстати, этот... Два этих лука я тут выбил. .157 урон. А тут .195. Плюс еще и огнем. Нет... Огня тут нету. Блин, ну хрен я его тут найду. Да, надо все, конечно, выкладывать, но... А вдруг пригодится, все равно ничего не занимает. Но найти в этом всем что-то очень сложно. А, вот она. Эспантон... Пилигрима. 30 веры надо на него. Но атаку, урон магии и тьмой.
пика и спонтон, которую используют воины-пилигримы, это оружие, видимо, привезли из дальних краев. Копье, которое также играет роль катализатора для волшебников, идеальный выбор для легконогих пилигримов. Использование колдовства – сильная атака. Катализатор. Ну, неплохо, наверное. Кольцо забавно. Так, чух-чух-чух. Прикольно выглядит. Да, пусть будет. Чё мне? Пока у меня все равно много. Ну, я немного умирал, и шкала этого здоровья достаточно большая. Если что, потом поменяю. Жалко, еще во время прыжка не становишься не видишь, такой щух нету. И не видишь, куда приземлишься. Так, вообще, наверное, в следующей части отправимся уже вниз. А пока, опять же, всем спасибо за просмотр, удачи, пока, увидимся в следующей части.